Я рад, что я закончил борьбу раньше, чем я сдох. А так, ну все хорошо. Сравнительно я же выиграл. А какой у тебя рейтинг сейчас? Я не знаю, я не интересуюсь такими вопросами. Вышел, поборолся, поехал домой. То есть тебе важнее в турнирах просто выигрывать, а там будет ли у тебя какой-то... Ну, турнир? Желательно выигрывать, чем это... Гораздо более желательно, чем проигрывать. Чем интересен формат суперсхваток, в отличие от обычного турнира? Не всех? Знаю, здесь кипиша поменьше. Когда приезжаешь, и тут 8 ковров и галдеж, на меня это нервяк какой-то нагоняет. Здесь как-то так лайтовее, как будто приехали, как на дне борьбы, по кайфу так поборолись. Поспокойнее обстановка. Не хочется нервничать за всю неделю перед соревнованиями. Как-то так. Спасибо.